Гамбургеры с палочкой, кишечный Макдональдс опять в центре скандала. На сей раз нарушение санитарных норм зафиксировано в ресторане на улице Чернышевского. Там обнаружены просроченные продукты и опасные бактерии. Макдональдс уже штрафовали на 45 тысяч рублей. Напомню, в апреле из-за аналогичных нарушений на 5 дней была приостановлена деятельность ресторана этой сети на проспекте Кирова. Тогда, правда, штраф был значительно меньше – 25 тысяч рублей.